Да, значит, заказчик строительства Bonny Beach. Вот, нами в четверг мы вышли на проверку. Ждем от Bonny Beach, скажем, от юридического лица документов, которые у них есть. Известно, что есть право собственности на данный объект. Мы считаем, что это реконструкция без разрешительных документов. После проверки мы можем дать подробно какую-то информацию по данному объекту. Разрешительные документы дают ли возможность строить на песке? У него нет разрешительных документов, ну, если есть. Но у него есть право собственности. Все. Ну, там оно, мы не можем еще понять, но капитально, не кап... он говорит, что это не капитальное. Вот. Мы считаем, что все-таки это капитально, потому что МАФ это до 30 квадратных метров, а у него там больше 30 квадратных метров, и оно в двух уровнях. Поэтому мы считаем, что все-таки это не МАФ, а это именно капитальное сооружение.